Всем привет, с вами Артём, и в этом видео я расскажу, зачем же нужно заходить в мобильное приложение AliExpress каждый день. Да, это видео напоминание о том, что до сих пор работает акция в мобильном приложении «Баллы за задание», в котором вы, перейдя на страницу акции, чекинитесь каждый день, за что вам начисляют баллы, и после этого эти баллы можно обменять на купоны AliExpress на все товары. Находится данная акция в моем профиле в мобильном приложении, как в новом, так и в старом. Кстати, если вы хотите сравнить на обзор этих двух приложений, дайте знать, поставьте лайки, напишите в комментариях, будет очень приятно. После этого вы переходите туда, каждый день, за это вам начисляют баллы, эти баллы обмениваете на купоны. Все банально и просто, но многие об этом забывают. И сразу скажу, что если вы покупаете на AliExpress, тоже не забывайте заходить на эту акцию, чтобы участвовать в тех челленджах, так скажем, да, в тех акциях, где вам начисляют дополнительные баллы за покупки. Это тоже очень важно, потому что если вы будете просто покупать на AliExpress, не заходя в эту акцию, вам ничего не будут начислять. Все, в принципе, логично. Сразу скажу, что у некоторых данная акция, ну, во-первых, опять же, не отображается, а у некоторых она, так скажем, заблокировалась, то есть вы не можете перейти на эту акцию, пишут, что вы не можете участвовать. Сразу скажу, что я не знаю, в чем причина. Это было, наверное, и до, и после 11.11. В общем, у некоторых почему-то заблокировалась эта акция. Вам в службу поддержки, я правда не знаю, в чем проблема. Вот на моем аккаунте я там тоже не раз обменивал данные баллы на купоны. На аккаунте жены все без проблем. Я не знаю, в чем причина именно в вашем аккаунте. Напишите в поддержку, надеюсь, вам ответят. Если посмотреть подробные правила, то данная акция будет работать до марта 2022 года. Но если вы накопили нужное количество баллов, и тем более идет какая-то распродажа, советую не тянуть, лучше обменять, потратить их на товар, который вам нужен, и чтобы не было лишних проблем, что вот я там копил, она там раньше закончилась, лучше все делать вовремя, тем более скоро Black Friday. Подробный видеоролик тоже постараюсь записать, когда выйдет какая-то подробная информация. Так что следите за каналом, подписывайтесь на все соцсети. Все нужные ссылки в описании. Ну а с вами был Артём. Всем удачи, всем пока. До скорого как-нибудь. Увидимся.